Что случилось, спасатели? Киты родители потеряли китенка. О нет! Они искали его, но не смогли нигде найти. О, только не волнуйтесь, мы с Эйджеем найдем вашего китенка. Да, нужно что-то для плавания под водой. Подводная лодка. Ого, да, я чудо-машинка. Подводная лодка. Вы не волнуйтесь, мы обязательно отыщем вашего китенка. Спасатели придут на помощь! Слышите? Эти звуки издает китенок. Наверное, он в этой пещере. Ой-ой, осторожно, вспыш! Это звуки электрических минут! Вау! Фух, еле увернулись. Ого, как нам проплыть мимо этих медуз? Эй, я знаю, подлодку можно провести выше или ниже, если всплывать или погружаться. Да, у подводной лодки есть балластный бак. Если заполнить его водой, она погружается ниже. А если воздухом, она всплывает повыше. Чтобы увернуться от этих медуз, нам надо погрузиться на дно или всплыть. Всплыть, да! Подаю воздух в балластный бак. Потерянный китенок! Чтобы попасть к нему, надо как-то обойти этих медуз. Что надо сделать в подводной лодке? Всплыть или погрузиться? Всплыть! Китенок, доставим тебя обратно к семье. Плыви за мной. Смотрите, вау, это вспыш и пропавший китенок. Да. Посмотрите, как они счастливы, что вся семья вместе. Не за что, китенок. Пока, киты! Молодцы, Вспыш и Эйджей! Это было невероятно! Смотрите, значок спасателя! Ух ты! Это последняя отметка! За спасение китенка! Получилось! Теперь у нас все четыре отметки! Это значит, что мы с тобой настоящие спасатели! Поздравляем, Вспыш и Эйджей! Вы официально стали пляжными спасателями! Вперед, спасатели! Пора на пляж! Вот, это она! Ракета с нашими щетками внутри! О, наконец! Моя щеточка! Я рядом, щеточка! Крушила, стой! Может, тут есть какая-то ловушка! Выхлоп! Гигантская ловушка! Ха-ха!
О, смотрите, это... Зубы! У-ху! Похититель щеток! Так, так, вспыш на задании. Стоило догадаться, что ты захочешь остановить меня. У тебя ничего не выйдет, похититель щеток. О, ну вообще-то уже вышло. Всего один простой приказ, и моя ракета отправит эти щетки в далекий космос. Мне только нужно сказать... А ну, ракета, на старт! Вы сказали, ракета, дай собачий корм. Нет, не собачий корм. Я сказал, а ну, ракета, на старт! Поняла вас. Вы сказали, ракета, нужны резиновые утки. Ну, ракета! Почему бы тебе просто не стартовать? Ракета готовится к запуску. Зуб-зуб-зубы! Наконец-то работала! Работает! Но металлическая ловушка очень прочная. Лазер не прорезает ее до конца. Все потому, что у этого металла большая плотность. А почти все вещи с большой плотностью сложно повредить. Нужно увеличить мощность моего лазера. Установим мощность в 10. Посчитаем до 10 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Смотрите! Ракета стартует! Ракета улетает со всеми щетками! Ракету можно остановить, только если нажать выключатель! И быстро! Выключается. Да-ха-ха! Справились! Ура! Зубные щетки спасены! Щеточка, я по тебе скучал! Да, скучал по тебе, моя щеточка, фитулечка, фитулечка! Мой план избавиться от всех щеток провалился! Похититель щеток, я не понимаю. Зачем тебе избавляться от всех зубных щеток? Да, ты что, не любишь чистить зубы? Ну, вообще-то, по правде, я не умею чистить зубы. Это не страшно, мы можем научить тебя делать это. Правда? Да, всего-то нужно взять свою щетку, выдавить пасту и начать чистить зубы. О, мои зубы такие блестящие и чистые. Теперь нужно вернуть щетки туда, где им самое место. Эй, придумал, почему бы не использовать ракету? Ну, ракета, верни все щетки. Ракета возвращает щетки. Так, с помощью похитителя щеток, все щетки вернулись в Аксель-Сити. Чудо-машинки снова смогли сделать свои зубы чистыми и сияющими, благодаря нашему герою... Вспышу на задании! Какой большой и мощный он, грузы по трассе везет. Кузов ты нагрузи, ключ поверни, газ нажми и вперед. На двойных колесах он дизелем дает разгон. Дерни шнур и дай гудок.
почти дома, Флиппи. Океан по другую сторону этих гор. Воу! Погоди, Вспыш! Кажется, горы не должны издавать звуков. Выхлоп! Посмотри вперед! Это не просто гора, это вулкан! Ух ты! Как проехать мимо горячей лавы? Эй, кажется, у Флиппи есть идея! Флиппи только что остудил лаву водой! Посмотрите! Когда вода попадает на лаву, тепло передается от лавы к воде! Лава охлаждается и превращается в твердый камень, а вода нагревается, ее частицы разгоняются и разлетаются! Она превращается в пар! За дело, Флиппи! Давай-ка остудим горячую лаву! Вулкан кинул в нас двумя шарами лавы! И еще одним! Сколько всего получается шаров лавы? 3, да! Эй, Флиппи! Нужен всплеск, чтобы остудить 3 шара лавы! 1, 2, 3! Получилось! Да! Мы почти что миновали этот вулкан! Но на этот раз он кинул в нас еще больше лавы! 5 шаров лавы! И еще один! Сколько всего шаров получилось? 6! Да! Ну же, Флиппи! Нужен самый большой всплеск! Четыре, пять, шесть! Он справился! Флиппи остудил всю эту горячую лаву! И смотрите! Там семья Флиппи! О, они по тебе скучают! Держись, Флиппи! Мы доставим тебя домой очень быстро! Пора использовать суперскорость! Чтобы придать нам суперскорость, скажите: гони! Гони! Только посмотри, как они рады снова быть вместе! Что он говорит, Вспыш? Кажется, Флиппи с семьей хочет поплавать и зовет нас за собой! Уже едем, Флиппи!